Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Инара. В этот теплый солнечный день я посылаю вам свет, добро и надежду из своего пространства любви, своего сада на окраине города Риги. Эти цветы росли в сахалинских лугах. Норвежский женьшень прибыл в мой сад из норвежских фьордов и растет вместе с лохвистой розой и цветущим жасмином. И только этот высокий забор позади, который я построила, когда мне стало слишком больно за то, что творят люди, напоминает о том, что есть и другая жизнь. В какое-то время мне казалось, что я могу спрятаться за этим забором. Но мы едины. Наш мир един. Наша земля общая. И другой у нас не будет. Почему я в Skyway и почему я уверена в своем выборе? Количество автомобилей растет с каждым годом. Смог выхлопных газов заставляет надевать маски в больших городах, и больше от всего этого страдают дети. Пробки стали настоящим испытанием, так же как ожидание рейсов в аэропортах и переполненные метро и трамваи. И за это все мы платим немало. Я в Skyway потому, что хочу дышать свежим воздухом. Комфортно и доступно за считанные минуты добраться до любого места в своем городе и за считанные часы до любого места на земле. Транспорт сегодня уносит больше жизней, чем войны и природные катастрофы вместе взятые. Хочу быть уверена, что садясь в транспорт, я прибуду до места назначения, вернусь домой и дождусь моих любимых целых и невредимых. Воздушный транспорт выбрасывает в озоновом слое миллиарды тонн канцерогенных веществ, которые выливаются над нашими головами, садами, полями, реками. Я в Skyway, чтобы над нами было чистое небо и выращивались чистые плоды в наших садах. Вода сегодня становится вредной для человека и всего живого. Отходы насыщенных городов, удобрения и пестициды влечет за собой ужасные последствия. Я в Skyway, чтобы вода была источником жизни, а не гибели. Сегодня в мире закатана асфальтом территория, превышающая Великобританию, Францию и Германию. Это земля мертва. Я в Skyway, чтобы не заливали асфальтом живое тело земли, чтобы она могла дышать и приносить свои плоды, сохраняя экологическое равновесие на земле. Площадь лесов на земле сегодня сократилась приблизительно на 2/3, что приводит к засухам, исчезновению водных источников, наводнениям, смыву плодородного почвенного слоя, таянию ледников и приводит к дестабилизации климата. Я в Skyway, чтобы росли леса, снабжая нас кислородом и своими дарами, давая убежище всем живым существам. Я в Skyway, чтобы наши дети не рисовали цветы на мертвом асфальте, а познавали мир и смысл жизни на живой земле, чтобы не истощались голодом при всем богатстве нашей земли. Я в Skyway, чтобы наши бабушки не прижимали к груди плюшевого медвежонка, стараясь утешить свое одиночество и печаль. Я в Skyway, чтобы они вернулись к земле и своим опытом и мудростью помогали ее возродить. Земля даст силу, смысл жизни вернет здоровье, природа заживит раны и даст возможность вернуть свой долг земле и своим потомкам. Я в Skyway потому, что не хочу кушать пищу, которая делает нас мутантами. Я не хочу подавать на стол картошку с геном скорпиона, помидоры с геном камбалы, шпинат с геном крысы,
Я не хочу варить бульон с 7-недельной 3-килограммовой курицы, нашпигованной антибиотиками, и кушать масло, сметану, творог из пальмового масла, из которого делают мыло. Я не хочу видеть следующее поколение бесплодными и уродами. Мы есть то, что мы едим. И поддерживая аптечный бизнес, мы не можем помочь ни себе, ни другим, а только сделать еще хуже. Я в Skyway, чтобы коровы паслись на чистых лугах и люди потребляли здоровую пищу. Технология Skyway предусматривает восстановление почвы, возвращая урожайность и плодородие, вместо того, чтобы закапывать землю в асфальт. Для сравнения, 1 квадратный метр асфальтового покрытия стоит от 1500 до 2000 долларов, а стоимость 1 квадратного метра восстановленной почвы – 30 долларов. Skyway – это не только экологичный, безопасный, комфортный и быстрый транспорт. Skyway – это новая инфраструктура объектов недвижимости с новыми строительными материалами и технологиями. Это новая инфраструктура системы взаимосвязи, производства. Это новое сельское хозяйство с возрождением плодородного слоя земли. Новый туризм – это новая экономика, новое мышление. Я в Skyway и потому, чтобы в меру своих возможностей поддержать человека, который всю свою жизнь отдает великой цели – спасти землю и людей. Анатолий Эдуардович Юницкий, великий ученый, генеральный конструктор и генеральный директор группы компании Skyway. Он сумел не только разработать технологию, но доказал ее жизнеспособность и довел до успешного внедрения. Я в Skyway и потому, что у нас не только профессиональное и замечательное руководство и конструкторы, но и консультанты, менеджеры, коллеги, где каждый из нас может быть спокойным за то, что получит помощь, найдет ответ на любой вопрос и решит любую проблему. И хотя в большей мере мы знаем друг друга заочно, чувство, что находишься в большой семье, в которой можно задать любой вопрос, иногда и поспорить, и всегда найти решение. Мы живем в материальном мире, который диктует свои условия. Со Skyway мы сажаем дерево, которое будет приносить плоды не только нам, но и нашим детям и внукам, обеспечивая достойную жизнь. Каждый километр дороги, построенный в любом месте нашей планеты, будет приносить дивиденды. И это будут плоды от благородного дерева. У нас у каждого есть выбор. Я хочу видеть мир, как цветущий сад, где все находится в гармонии, где все живут в достатке и в согласии, как цветы из сахалинских лугов, кактус из Африки, женьшень из норвежских фьордов и латвийская роза в моем саду. Я хочу питаться тем, что создала для человека природа во всем ее многообразии. Я хочу чистый воздух, чистые моря и океаны и чистые сердца людей. Поэтому я в Skyway. Я хочу, чтобы здоровыми и счастливыми были наши дети и внуки. Я хочу, чтобы были крепкие семьи, чтобы зацвела наша измученная земля. Поэтому я в Skyway и приглашаю всех здравомыслящих людей присоединиться к реализации той великой цели, которую сегодня претворяет в жизнь группа компании Skyway во главе с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Это мои розы. 10 лет тому назад дочка мне подарила маленький саженец. Это время пролетело так быстро. Сегодня это огромный куст с сотнями пахнущих цветов, дарящих свою пыльцу пчелам. Это как наши мысли, которые из небольшого ростка вырастают в большие дела. Это как наши вложения в Skyway, которые из маленького семечка превратятся в огромнейшее состояние и будут нести плоды для нас, для наших детей и внуков. Они падают в плодотворной и благородной почве,
в желании Анатолия Эдуардовича Юницкого и сотен тысяч людей сделать наш мир лучше.